В этой компании Wingseed есть сельдерей Apollo. Все-таки сельдерей, я смотрю, последние несколько лет, это довольно-таки стремительно развивающаяся культура. Если я ее сам выращивал там год 5 назад, был рынок очень ограничен. То есть, как бы, тяжело было найти клиента, надо было срабатываться с одним, ну как-то так, и цена варьировала. В прошлом году наблюдается то, что довольно-таки стабильный спрос и стабильная цена на сельдерей. 10 гривен, ну там сейчас он падал до 6-5, но для сельдерей это очень хорошая цена, поверьте. Чем же все-таки сельдерей Apollo будет отличаться от других компаний, других конкурентов? Ну, во-первых, это средний ранний гибрид. То есть он вполне выходит, это проверено опытом, то, что он получается после ранней капусты, после волокна, то есть его садят рассаду в июне месяце, где-то до 10 июня. И он вполне выходит к октябрю, имеет уже товарный корнеплод, который весом 500-700 грамм. Ну и для него характерно то, что именно в этом году, он 2 года уже себя показывает, но именно в этом году то, что у него хорошая особенность, хорошая устойчивость к бактериальным заболеваниям. В этом году, возможно, цена такая большая, как бы очень, ну, получили низкую урожайность, и у многих, ну, скажем так, сгорел, как называется, сельдерей. То есть пошли бактериозы, люди брызгали, думали, там, альтернария, боролись с другими заболеваниями, ну, на самом деле, бактериоз, который пошел в сам корнеплод, и он просто сгнил на кусту. В Apollo такого не было, то есть всегда он отличался, полоска зеленая, хорошая, довольно-таки мощная. Ну, вот такого плана корнеплод, это круглый. Что характерно еще для него, это то, что у него очень и очень небольшая такая корневая система. Для сельдерея это очень важно. Потому что чем меньше мы имеем корешков, тем легче его в обработке, его необходимо вот вытирать. Ну, вот вес вы видите сельдерея. Вот до вот такой степени его доводят, это товарный, который уже готов на рынок. То есть его труд на сетку разными приспособлениями, и чем меньше корешков у него вот этих боковых, тем его легче в обработке и легче, ну, он лучше ценится, скажем так. Быстрее это все проходит. В Apollo это действительно то, что у него маленькая корневая система, и то, что он белый, идеально белый внутри. С хорошим запахом, с хорошим ароматом. В принципе, хороший, достойный продукт, который, ну, можно смело рекомендовать людям, и за это, скажем так, не будет ничего. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.